Народ, всем большущий привет. Долгое время у меня уже валяются обрезки бруса 100 на 150. Размер их разный, от 60 до 130 сантиметров. Что-то особо толковое из них не сделать, а сжечь жалко. Пораскинув мозгами, я решил сделать из них крылечко в баню. Конструкция крылечка будет очень простая и при необходимости повторить сможет каждый. Первым делом я отыскиваю самые длинные куски. Именно от них я и буду отталкиваться с размером. Я нашел два обрезка длиной 130 сантиметров. Именно такой и будет длина моего будущего крыльца, обязательно торцуя обрезки. Следующим шагом я подготовил еще по два обрезка длиной по 1 метру и по 70 сантиметров. В итоге получилось два обрезка по 130, 2 по метру и 2 по 70 сантиметров. Теперь обильно промажу обрезки отработкой. Пока масло впитывается, я займусь ступенями. Делать их буду из березовых досок, которые также давно валяются на участке. Получается такое бюджетное крылечко из того, что было под рукой. Длина ступеней будет 1 метр. Торцую и нарезаю доски. Теперь пробегусь рубанком. Края решил скруглить фрезером. Итак, все готово, и можно переходить к сборке крылечка. Выкладываю брус на столе и скрепляю его обрезками доски дюймовки. Теперь заготовки располагаю на земле и скрепляю их задние части той же дюймовкой. Кстати, основание под крылечко я подготовил следующим образом. На штык лопаты выбрал грунт, засыпал щебнем и утрамбовал. Сверху бросил обрезки наплавляемой кровли. Я сверху накинул ступеньки, не прикручивая, просто посмотреть, что получилось. В принципе, такая конструкция уже имеет место быть. Но есть одно но. Слева у меня стоит бассейн, и будет не совсем удобно бегать в бассейн туда и назад. Придется как бы оббегать крылечко. Поэтому я решил внести дополнение в конструкцию. Так как длинных обрезков бруса больше не было, я срастил два коротких и отрезал в размер, а именно 130 сантиметров. Также добавлю пару коротышей и скреплю все монтажными уголками. Именно в этом месте уголками не подлезть, поэтому пробью все гвоздями на 200. Ну а теперь осталось совсем чуть-чуть. Итак, все готово. Вот такая конструкция для меня более удачная. А как вы считаете, поделитесь своим мнением в комментариях. Друзья, вот такое вот крылечко получилось. На работу ушло 3 часа. Это, наверное, самая простая конструкция. И при желании повторить сможет абсолютно любой. Если вам понравилось, поддержите лайком. Также поделитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.